Всем доброго дня, друзья! Начинаем подготовку рыбы. Так, о чем хотел с вами поговорить. Значит, смотрите, рыбные блюда очень-очень полезны, да? Но не надо забывать, что речная и даже морская рыба – это еще и всевозможные паразиты, которые, если попадут к вам в организм, могут надолго испортить впечатление от вашего улова. Но мы это можем победить с помощью заморозки. Но опять есть маленькое но. Это надо делать правильно. Значит, смотрите, рыба весом до 2 кг будет обезвреженной, да, после того, как ее выдержали 12 часов при минус 27, 18 часов при минус 22, 36 часов при минус 16 градусах. Трое суток при минус 12 градусах, 7 суток при минус 8 градусах, 10 суток при минус 4. Поэтому, в принципе, вот для таких вот особей получается выдержка где-то 20 суток. Мне этого достаточно. Имейте в виду, что речную рыбу лучше всегда заморозить. Если вы ее не жарите на сковороде, будете готовить в духовке при высокой температуре. Ну все, рыбаки, всем удачи на воде, коптильщикам терпения.